Скромный, сжатый, диетический. И все это в бюджете региона на 2017 и плановый период 2018-2019 годов. О том, каким образом будет сформирована областная казна, во вторник рассказали на общественных слушаниях. На 2017 год запланировано достигнуть следующих показателей. Доходы – 28,7 миллиарда рублей. Расходы – 28,5 миллиарда рублей. Впервые за долгое время бюджет сбалансирован с профицитом. Мы сейчас вынуждены вместо дефицитного бюджета, как были все эти предыдущие годы, прийти к профицитному бюджету. И, к большому сожалению, эта причина является не то, что в области появились дополнительные доходы, и поэтому они превышают расходную часть, а связано с выполнением тех соглашений, в отношении которых получен бюджетный кредит из федерального бюджета в объеме 4,9 миллиарда рублей. Проект закона составлен с учетом собственных сил и возможностей. До сих пор неизвестно, какой помощи от федерации ждать субъектам. Прогнозируют поступление около 2 миллиардов рублей. Но это пока журавль в небе. Как сказал Силуанов, если федеральный бюджет в этом году диетический, то мы уже много лет живем с этим диетическим бюджетом пирогом. Поэтому я уж даже и не знаю, какие ингредиенты в этом году нам туда не докладывать. Но стараемся выполнить социальные обязательства, и это самое главное. Экономить, естественно, придется. Что урезали конкретные депутаты, профильный департамент деликатно умалчивают. Говорят лишь, что меньше средств пойдет в инвестиционном направлении. На общественных слушаниях много представителей исполнительных органов власти. Это им выполнять свои обязательства перед населением на предоставленные средства. Вход абсолютно открытый, свободный. Может поучаствовать каждый житель Ивановской области. И действительно, очень важно вот это общественное мнение, поскольку присутствуют представители всех структур, ведь бюджет затрагивает не только финансистов, а экономистов, всю социальную сферу. И все те лица, которые принимали участие в бюджетировании, в бюджетном процессе, они сейчас в этом зале, они в состоянии ответить на любые вопросы. Представленный проект закона об областном бюджете не итоговый. Его еще будут корректировать после того, как поступят федеральные деньги. Сегодняшний документ – это лишь скелет, где ясны основные расходные обязательства и доходная часть. В четверг к работе над областной казной приступят депутаты. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.